Всем привет! Сегодня мы будем готовить простой десерт под эпичную музыку. Для этого нам понадобится 3 яйца, 5 столовых ложек сахара. Да, не смотрите, что я добавляю 6. Нам нужно именно 5, потому что 6 это слишком сладко. И все мы хотим выглядеть здорово. Теперь нам понадобится все это смешать. Да, прямо как я. Сейчас вы увидите X2. Но на самом деле это не X2. Это я просто быстрый, натренировал руку, так сказать. Теперь нужно включить ту плитку, поставить на максимальный, а потом на средний, чтобы быстрее нагрелось. Теперь добавляем масло. Если при жарке у вас будет мало масла, добавьте еще. Никаких проблем. После того, как плитка разогрелась и сковорода тоже, можно приступать к жарке. Обволакиваем один хлебушек, вот так, как показано на видео. Целиком, да. Ну, можете лучше. А потом жарим. Примерно до золотистой или чуть темнее корочки. И так делаем со всеми хлебушками. Как вы видите, вот так. Раз, раз и все. Практически готово. Нужно немножко подождать, пока мясо не жарится. Так мы сделаем со всеми хлебушками. Сейчас я вам покажу, как не надо, чтобы он выглядел. Вот так не надо, чтобы он был выглядел. Нужно именно вот так. Та-дам! Идеально. Сейчас давайте я вам расскажу один анекдот. Сидят как-то два кекса в духовке и жарятся. Если вы не посмеялись, то вы, значит, не поняли. Или вы ребенок. А сейчас давайте посмотрим, как это все выглядит вкусненько. Ням-ням-ням.